Вот она какая красивая. А какая тайга вокруг. Прелесть. Видите? Серега. Как хорошо там, видите? Нормально. Да, 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 я сейчас иду. Вот такая вот проплыла. А здесь течение сильное, кстати. Еле иду. Это тренажер! Все, Саш, заходи, всю рыбу распугали. Иди купаться. А, он же сейчас есть, но не нельзя пускать. Ну нельзя физически. А кстати, встречаются холодные струи. Вот идешь по этой. Наши. Ну-ка, как ты говоришь? Да идет, но. Да нет, стой, сдвигай! Течение. Лягушатники! Тепло, а, вообще тепло! Рыба испортится нахуй! Все, поехали, блядь! А, идет! Вообще! Так меня в другую сторону вынесли. Так, куда же она попадает-то, Лиса? Там или туда? Не знаю. О, они меня несет! Лучше не вставай! Плыви назад!
Ого, его не достают. О, вот тут поглубже. Думает прыгнуть, что ли? Вот это белеса. Узел. Так, это вот рулон 700 кран полста галичанин. А вот он взял ее, взял он ее. Все, отъехал этот. Отъехал уже, да, ну. Давай лестницу поставить. Ставь. Так, давай ставить, а не ставь. Да они по-хитрому сделали. Ну хватит. Где? На Весполке, он здесь себе. Грёбаный ЛДК-1 сними. Да, все, классно вышло. Даже рука не дрогнула. Надо что снять нашу эту бочинку. Нашу работу. Да.
1000 к рулоне. Днище наматано на него. А это 700. Начало. Да, правильно, снимай, пока на столе что есть. А потом не снимай, как Ваня сказал. После этого. Девочка 25 августа. Заморозки первые. Первые заморозки. А что ты ныряешь? А что здесь? Сейчас главный приемчик здесь. А, вот. Главное не обошлось пицца-то. Вот Виктор может говорить что-нибудь. Стих плачет. Витя, что-нибудь говори. Все хорошо, девочка. Да, все нормально, надо все. А у нас не понял, а где все разобрались? Где остальные? А основная масса, так говорится. Леонид спит сейчас, только мы зашел. А как где Карпов, где эти? В список не видели. Карпов нету, не знаю. Юра Карпов. Плато этот, Андрюха Карпов где? Андрюха. Куда? Леонидович, ну... Андрюха уже забрал с собой все. Он ушел. Кто? Андрюха, да, пришел, взял. Карпов? Это про... Нет. А вот сбоку есть место. Здесь? Да, рядом с собой вот. Вон штопка уже стоит. Все. Давай, отложим. Ну... Спасибо за работу, как всегда. На Путина по 7 швам. Это рекорд. Всего 600 швам. Спасибо. Это на трубах только. Обмоем наш новый вот трубу. Вот это дело. Да, вот новый. Шоу. Это новый. Что тут у нас работало? Ну, мы до вас не достанем, но все равно. Но с кем достанем? Давайте, снег, мальчишки. Я встану, пройду со всеми. Шлепнусь. Спасибо за доблестный труд. За вашу дисциплину, за ваше отношение к работе и далее, и всего-всего-всего-всего самого лучшего о вашей бригаде. Еще раз повторяю. Побольше бы таких. Вы самый главный здесь. Хочу вам сказать большое спасибо за ваше отношение к работе, за ваше поведение, за вашу человечность, за ваше вообще... Ну, я говорю, мне по жизни везло на хороших людей, еще раз повторюсь, может быть. Но вот ваш коллектив, ваша бригада, я не знаю, кому, кого благодарить, кого в булочки целовать. Но просто приятно вас видеть, вас встречать, с вами общаться.
и видеть, как вы работаете и какое отношение у вас к работе. Ну просто, я говорю, берегите друг друга и вот этим коллективом долгие годы вам здоровья прежде всего, потому что здоровье ни за какие деньги не купишь, я как всегда говорю. Ровные дороги по жизни, чистого неба над головой, и чтобы все у вас было хорошо. И чтобы мы еще не последний раз встречались, чтобы к нам еще приезжали и находились какие-то объемы работ для вас, именно для вас, как специалистов с большой буквы. Не просто это как бы словеса по пьяному делу, а от души я говорю это. И честно говоря, ну много мне встречалось людей, но в последнее время как бы встречается, но вот такого именно сплоченного коллектива, как ваш, и ну с большой буквы я говорю, вот честно, от души, что вот как ваша бригада, и один там человек, это, а у вас вот бригада, понимаете, вот это редкость большая, очень большая редкость за вас. Что видно? Спасибо за добрые слова. Дядя Витя, за вас идет. Так, а ты... А, да я сейчас... Не настаиваю. Ничего не слышу. Начинаем. Ты говоришь, что ты погладишь, а то мастерка гладит. Давай. Ну иногда надавал, ошибку не пройдем. Небольшую. По затылку поддавал, чтобы уроки ну, учил. Во-во-во-во. Я же знаю, что у тебя святого нет, ты садись. Давайте сразу скажем. Нет. Так, у нас есть еще мясо? Есть. Давай. Полно. Да. Кетчуп. Который за 40 рублей. Что, поболтал нос? С кетчупом, да, кетчуп. Горчица, хоть и хоть и нормально. Ну, так и визу. Они стол, да? Да. Мясо. Давай, не буду работать, не буду проблемы. Так все нормально. Давай, как кто хочет понимать. Да, каждый берет так, как хочет. Да. Тот говорит, все слушает. Это за ваши гостеприимство, за то, что, как говорится, встречаете. Кормите, создаете все условия бытовые. Ну, приятно с вами работать за вас. Если бы еще и дворами оплачивали, цену на мне. Это вообще не знаю. Отдельный разговор, блядь, да? Конечно. Да, работу выполнили, говорит, через полгода приедет. Присоединяюсь, действительно, очень редко, когда такое руководство. Еще работу не сделали, можно сказать, и там уже. Ой. Ну? Тебе говорят, сколько? Ну, сколько? Даже не бегают. Опа. Ой, деда, со мной два раза аж. Ну, придется целоваться в носу. Давай, мальчишка. Потихоньку, но... Все приходят, опять сесть. Поставить, конечно. Поставил бочки. Ну, Сергей Иванович тоже посмотрели тут это с вашим этим. А как тут трубопровод пойдет? Да пойдет все. Это, говорю, вы только скажите, и будет все сделано. Ну, тут потянули, конечно, все. Потом говорят, да, останься, сделай это все. Ну, вот теперь делаешь. Так за то, чтобы сделано было и работало все. Это. Вот еще одно. Эти бочки одну поставил, теперь ее тянул туда. Я говорю, ну, наверное, помирать пришла. Которую вытащил? Ну, помирать не будет, мы ими работать будем. Так это я работаю. Ну за то, что у вас все работало. Так вам спасибо за то, что за эти бочки, я тебе говорю, у вас булочки целовать надо. Вы нам сохранили такой объем, на котором мы на сегодня, если бы не эти бочки, я не знаю, как бы мы работали. И вы их вытащили целые. А вообще вопрос стоял, никто не давал этих резюме по вытаскиванию. Это раз. Во-вторых, если бы их мы разрезали на металлом, мы бы в жопе сидели сейчас полное. Ну, а было предложение... Артур Васильевич бы уже повешался, блядь. Ну ладно, полгода назад, это, ну как, год назад, это тоже, ну ладно, Сергей Иванович подошел, говорит, резать, говорит, жалко. А их, ну я говорю, ну демонтировать мы быстро, демонтируем, разрезать долго не разрезать. А говорит, а вот туда, вот же болото было, вот туда вытащить. Чего, говорю, ну металл, говорю, у тебя есть? Найдем. Я говорю, ну что, швеллера, и мы выкачим туда. Он, идея, выкачишь,
Ну и вот идея пошла это туда. Выкатить. Идея уже осуществилась. Ну, молодцы. У меня-то было уже соображение это. Ну там пошло уже не так. Мы друг другу никаких претензий не имеем. Я так думаю просто, да? Ну так и есть. На самом деле это приятно слышать, да? Когда вот все вот так между собой дружим, общаемся. Это очень приятно. На самом деле. Спасибо вам всем огромное, что вы нас так приветствуете. Нас так провожаете классно. Просто. Да. Ну это супер. Правда. Это вот так можно мечтать. Давайте же мечтать, да. Мы не раз. Да хочу и поработать, да. Выпьем за ваш коллектив. Вот за Нефтеком. За ваш коллектив. Спасибо. Ну давай. Томатный сок. Живой пилки, одеяка, топилки. Как не будьте, одно. Как обычно. Ладно, все по-серьезно. А ты думал. Все держать этих. Я говорю, да ничего, как всегда. Нет, заспал. Кармана будет я продам. Да, банок будет. То есть это надо выдерживать. Давайте по-простому, просто скажу. Все было сказано, все было отлично, было, как говорится, это подготовлено и классно, все это все сделано. Просто хочу, как говорится, за столько лет. Ты нас, да. И действительно просто давайте вот за вас, за нас, за компанейскую компанию такую, чтобы вот это вот всегда вот как бы приезжали и всегда вот это повторялось. Ну как встреча, ну, проводы, встреча, да. Проводы. Традиции мы традиции нарушать в субботу, блин, так иногда. Павел Григорьевич, ну, до того, чтобы вы сюда приезжали, вот так вот. Ну, еще не забыли, потому что мы приезжали. Давайте будем приезжать, как мы делаем техники, да? Мальчики, мы только рады вас видеть. Давайте на нашу работу подготовить. В армии, да. Только работа подготовить. Работа, да, дохуя. Григорьевич, вот. Давай, Лена. Сейчас вот выпьем, да, там маленькие ситуации. Давайте, да. Григорьевич. О, дядя Витя, ёб твою мать, ну ты чё, блядь? Димон, я хорошо, писим, видел. Генералка. Нам с тобой не, нельзя. Да, видишь, нормально будет. Видишь, камера сейчас флекс. Давай. О, нифига. Вот камера. Интернет. Стань, мужики, спасибо за работу. И все? Артур, а еще скажи, мужики, спасибо, что не воруете. Мужики, спасибо, что у вас своей воровайки нет. Вот так, дочь этот, как его. Ой, блядь, вот поклад, а? Вот, блядь, слово не скажи. На все ответ есть. Пробежал в него всех. Коня будешь? Что вообще, блядь, нагрузили твое мое? Коня я колюсь. Ты заходишь, жгут, упал такой салон. Не, мы ничего. Что? 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 Два. Ух, мы здесь надышали как-то. Желание отпускать. Да. Сука, что вы загадали? Все желания проиграли, он всякую херню. Чего, блядь? А что, блядь, нихуя не делать, зарабатывать нихуя денег, сидеть в машине. Я ему сказал, сейчас брат. Ну, на своей работе. Это мне раньше. На своей же работе. Я отсюда все. Теперь мне это надо на своем участке. Нихуя не делать. Что нужно тебе? Первый раз, они вообще нормально понимают. Лучше не жить, как он будет. За три года.
пошел после универа, твоя кафедра была, конечно, пошел поработать. Конечно, забрать детей. Рядовым все дела. Сейчас через 3 года квартиру себе взял. Ремонтиком дорогим обставил ее. Машинки меняли 2 месяца. Целый пакет. И на чирике на работу. У меня Кент, мы с ним вместе служили. Мы отсюда вместе отправлялись, потому что он сейчас командир роты ГАИ центрального района Красноярска. Денис. Ну тоже 27 лет же ко мне. У него есть все вообще. У него все есть. У него, короче, тачка Audi 6 2009 года. Как бы дело не то, что ее купить. Она у него как бы вот, он ее новую брал, то есть она у него уже 3 года, то есть он ее обслуживает. Это до хрена не будет Audi. Как бы я езжу в город, встречаюсь с ним постоянно, созваниваемся. Такой, ну, ты же его помнишь с армии, да, какой он там был. И тут такой, Сава Витрихи выходит, а я сижу в этом, на Амира, это цветок инициатива. Сижу, короче, пиццу закидываю, короче, что ты там долго свои блинчики закидываешь? Я говорю, сейчас похаваю, говорю, конечно. Покажу, мы вышел, а он мне говорит, я на шестерке. Давай, Артур, давайте, я тоже, в общем, и в общем, делаем так, что вышел. Вам какой-то капот. Сзади голос, мужик, ты что делаешь? Поворачивается, черт на гривне сидит, короче, погрустит. Переходишь? Ну черт, на губы шу. Зачем ты говоришь? Он чистый. Как, зачем? Сушить? Он говорит, она скошенная уже лежит. Сушеная. Подбегает, давай тереть. Мужик, зачем трешь? Как зачем? Для пыли? Зачем трешь пыль? Косяк запить? Так вон, косяки валяются. Подбегает косяк, зубы раз. Спички есть? Были бы спички, был бы рай. 29-29. Да, оставьте этот немножко. Арбуз? Арбуз, он еще дойдет, арбуз. А что оставить? Кассеты, что ли? Ну. Да у меня еще 3 кассеты. Но они знают, что если я позвал, я сразу скажу. Я никого не обманул, блядь, никогда. Вот если бы, да, если ты его... Андрей, поощрять, у нас... Ну а как не поощрять, а у нас все... Да, он бы сказал, да, Юрик, куда-то собирать. Это все... Я оставил. Это у нас Крановой экипаж. Это мой. Да. Короче говоря, это мой. Ну, сперва там она не раскладушка, а там галерея. Ну, и, короче говоря, батя говорит, садись к нему в кабину, говорит, я буду команду давать, а ты это. А тут сидит вот, вот так, сидит и вот слюни бегут, да? Он полотенце вот так вытирает. Я говорю, ты меня слышишь? Да. Я говорю, так, сейчас буду командовать. Да. А кран надо к столовой подогнать. А чтобы подогнать... Сначала разгрудить там было. Да? Короче говоря, Федорович дает команды. Я ему говорю чисто на слух. Он даже головы не поднимает. Чик-чик-чик. Короче, это дело все сделали. Доехали. Сели, уехали по домам, да. На утро встречаемся, как говорится, новый рабочий день. Он говорит, мужики, кроме меня, кто еще мог кран сюда загнать? Ты же вчера сам загнал. Он понимает, что он был сильно пьян. Я не мог его загнать в том состоянии. Как не мог? Ты же его загнал. Да не надо. Да, ну сам подумай, кроме тебя кто? Никто. А как? Я говорю, ну ты четко выполнял мои команды. Он, да. Я говорю, Федорович руководил. Бля, все-таки команда. Вот человек вот тут.
Головы не поднимал, просто рычаг. Артур, на сколько он весит? Ой, что-то 14700 что ли. Красавец. Ну, Павел Григорьевич сказал, если не вкусно, сам его съешь. Да ну, ты ешь! Большие, не бывают невкусные. Дождались, когда все уйдут по двору. Ой, Витя, неправильно ложишь. Он аж треснется, смотри, он режет. Он... Так, хватит резать его. Так, поставь. Дима, этот, кто придет, тому отрежет. Да все нормально, режь, Витя. Не надо. Федорович, мы же кушать его съели. Ну, по крайней мере, еще подрежь. Я вообще не присяду, что ли? Да, вот, смотри, сколько народу. Убери тарелку, наложи, ну, да, конечно. Может отрезать сразу, сколько хотят? Да я сейчас чувствую с тобой. Забираем, вот, и ставим тарелку. Вот, убери тарелку. Витя, этот, скинь, этот, нормально, побольше, вот, ешь. Так я ножик сейчас дам, потому что отрезаю. Как отделяется себе? Артур, ты уже завтра дома будешь? Да, Сережа, режь. Что взял? Ты что взял? Ты тарелку по нормальному Потому что вашу смену один косячок. Все, забирай полностью. Опа, не бьющиеся тарелки-то еще. Да вон кастрюлю, конечно, потом кастрюлю принесешь. Во вторую группу. В середину, да, это надо. А ну хватит, Серега, ты чё? Ну, может, да, все, может хлеб все. Давай уберем, да наложит нормально. Ой, вообще прелесть. Спасибо. Самый смарт остался, да? И все, рылой, перезагрузка. Все, я закажу все, так, идите домой. Артур, ну, по крайней мере, как бы не было, а тебя бы не оставили. Да знаешь что, потому что все смотрят, все на этот бак смотрят тупо. Сначала, ну, минуты две они смотрят молча. Раз. Здесь что, бак вверху? Видите, зашибленный бак. Где бы вот это стоит? Что, тихонько, ну что ты за меня? Он не один же. Это лесосибирцы делал. Я говорю, да это монтажники приезжали, говорю, лесосибирцы. Бля, а что, говорит, как он работает? Я говорю, ну, так. Схема, да, уже подвешена. А как же воду, говорит, опять закачивать? Я говорю, ну вот, у меня тут сделано только через низ. Она же все равно как бы полный бак не брать. Ну как полный? Наоборот, чтобы он назад, если что, тягивал. Да. Ну, бак он создал, например, давление. Потом раз, бак он назад создал. Да, охлаждается вода там, например. Ну хуй знает, я уже вот 3 года не подливал воду еще. Там вода еще есть. Потому что я включу. А там есть. Ой, это вообще экстренно. Там должен заливаться. Федорович, 3 года. Ты знаешь, какие здесь морозы? Ну ладно, значит, они... Артурчик, вот ты ко мне заходишь, у меня всегда жарко зимой. Сейчас не объяснишь. У меня всегда жарко. У меня дом с нынешней лентями. Бак находится выше. Это что сделали, все. Я уже вот сделаю. Да, я скоро поставлю чисто на электроэнергию, нахуй берем. Короче, короче, свою это, потому что надо доливать ее. А ты не доливала, и все, она выхнет, и все. Федорович,
Да? Ну, все равно, там на деле, как говорится, даже не проигрывает, там все нормально. А нет, там все ваши проблемы. Я, он чуй. Я как и спорю, что ты опять на коже чем-то, да? Дело в том, что, Саня, понимаешь, когда ты это видел, когда ты это знаешь, как бы все легко. Но они просто не видят ни дырочки в этом баке, кроме этой трубочки. Я не понимаю, что у тебя тоже трубочка заходит. Ну, все тепло, то система тепло. Дома жарко. Мальчика держи. Так у меня дом, Федорович, как бы не сильно маленький. Это ниже на фронтовке. Но я не видел, упадет, довез. Это переливная с горы. Ну, он такой средний. Нормальный дом. Я не скажу, конечно, который сейчас строит. Ладно, чем большой? Для хорошего хозяина большого дома не надо. Да из розетки и все. Люся. Люся. Плыви, моя крошка, вот она. Ты мой песик. Плыви, моя. Замучил, да? Ну вот и Мишкины лапы. Вот два следа. Посмотрим сейчас зажигалку. Какой след. Где он тут? Где-то тут. Вот он вышел. Вышел. Крышку подвинем. Вот задняя лапка. Вот. Вот пошел.
туда куда-то. Карабульский мост. Вот он тут. Вот так вышел. Тут эти, видать, спустился. Его вон где зажигалка лежит. Пошел. Тут пошел. Не вдоль. Вот. Вдоль ушел. Августа. Клюква. Какая крупненькая. Люся и Чайка. Пойдемте, девчонки. Все, вперед. Пойдем. Пойдем. Чай, пойдем. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли, пошли. Чайка, дай лапу. Лапу дай. Чай. Лапу дай. Хорош, хорош. Хорош. Дай лапу. Лапу дай. Хорош. Молодец. Молодец, девчонки. Молодец. Сколько я?
Волнушки. 2 сентября. Чей, пойдем. Пойдем, давай. Кто такие? Ну давай, иди. Давай. Еще двое там спят. Атара. Раз, два, три. Белая будка. Чай. Илюська. Чайка. Возьмем. Очень мой хороший. Илюська. Лунтик. А Лунтик? Приучают к хлебу. Скоро хлеб только и будут есть. Верь, ты уже в видео попал. И видео попал. Мамка защищает, скажет, что такое тут? Ну ползи уже. Тазик, ползи. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, привет. Привет. Кто такой? Кто такой тут? Ну, кто такой? Чай, чай, чай. Кого они там ищут? Кого ищут? Кого ищут?
спят после кормежки. Вот и малыш. Чего малышка? Медвежонок маленький. Селюсь, селюсь. Пойдем. Пойдем. Мать. Чайка. Че? Лунтик? О! О! Постная. Последний день. Виктор, что вы дела? 8 сентября 2012 года.
Все это мне нравится. Привет! Кто? Ну, конечно. Трудящийся Миссисипилка нужно мной. Спасибо, спасибо, мужики. Не база таежная, наверное. Иду. Последний день, да, Виктор? Да. Ну да, да. Да. Сегодня съемка происходит. Да, съемка, да. Видеорепортаж. Архив. Архив. Серега. Унтер. Тупик. Лестница. Развязка. Люся. Люська. Вот узел. Домой едем? Домой. 8 сентября. Где телефон? Спасибо. Дорога домой. Железный дорожный мост. На алюминиевый завод Богучанского района. Кран стоит. Кран. Не было моста, да? Ну, его вставили. Он в прошлый раз был. Красиво. Конечно, зная о том, какие бабки. Болото сразу, почва сразу. Вот сосеночки. Красивые. Река Чуна. Что-то не слышно. Тормоз. Асфальт.
сейчас проедем. Почему нет? Вот он. Вот он. К нам, как бы. Армяшек-то мы вообще. Ну там слава! Саня такой скипишился. Не успеет. Ладно. Это пиздец. Тихо, притормози. Притормозит тот, конечно. Притормозит, да. Сейчас Саша тот притормозит, ясно. Саня там между ними, блядь. Понятно, ну. Там две машины. Ой, большие. Как там? Он этому. Не, в гору. Нет. Ну как? Ну правила-то нарушает, он нарушает, я сек машину. Блядь, неужели ему подфартило? Фартовый. Обгон разрешен, а поворот там сплошную. А поворот? Камера вообще ничего не ощущает. Разметка. Крович, наверное, ждать. Красный, я. Thank you.
Димон заснял это все. Ты че, он такой наглый, а его так его и не догнали, вот как ждал, так он там давай как подрезать, там все два щемицы нахуй здоровья. Да, да, так он вообще сложно пересек. Ну да, она красивая. Что-то по пузыровку ловит все, что-то.